Это основной корпус. Здесь находятся номера на 1000. Территория отеля зеленая. Это старый отель. Он был построен в 89 году. Прошел несколько реноваций. Здесь на первом этаже находится спа, также находится тренажерный зал, есть несколько водных горок, ресепшн, можно поиграть в бочи. Вы команда играет? Привет. Привет. Окей. Суть игры, как можно ближе шарики к этому зеленому шарику набросать. Детский клуб. Сейчас 12:22, стандарт. Ванная комната. Ну что, тут стандарт просто, что это просто. Ванна небольшая. Душ. А если прописать вот заявки, что можно? Две отдельные кровати, минный телевизор, покрытие. Паркет. Здесь балкон средних размеров, два стула, столик. Вид на территорию, на бассейн, на море. Это у нас спа-центр. Посмотрим спа-центр, что здесь есть. Это у нас бассейн. Клаус. Это детский бассейн, судя по всему, здесь не глубоко. Идем дальше. Зона отдыха. Значит, здесь у нас steam room. Steam сауна влажная. Видите, пар какой там. Угу, отлично. Вторую покажите, пожалуйста, нам. Это классическая сауна. Вчера ее посещал. Хорошая сауна. Ну, давайте попробуем камеру. Запотеет, конечно. Вот так вот. Отлично. Здесь три душевые кабины. Сейчас мы идем в зону хамама. Хамам. Классический камень и есть купол. Ну, запотевает все, очень влажность высокая. Ага. Отлично. 12:20, family. Санузел. Ванна. Душ. Плазменный телевизор. Две кровати. Покрытие здесь ламинат. В соседнем номере одна большая кровать. Покрытие тоже ламинат. Есть свой плазменный телевизор. И своя отдельная ванна. Две ванны получается в этом номере. Здесь ванна. Это мы идем уже в массажные кабинеты. Зона отдыха отдельная. Кресло. Угу. Это кабинет. Красиво все для массажа. Отлично, супер. Дальше. Для двух человек. Здесь тоже для одного человека массаж. Угу. Тоже массажный кабинет. Угу. Это джакузи. Можно посетить джакузи. Отлично. Тренажерный зал. Здесь стоит кофемашина. Можно сделать себе хороший кофе. Номер 102 стандарт. Ванная комната. Здесь ванна, душ, плитка белая.
одна раковина, есть фен. Здесь у нас одна, две кровати раздвижные, покрытие опять-таки плитка, плазменный телевизор небольшой, центральный кондиционер, балкон небольшой с видом на море и бассейн. Сейф, ключ на ресепшене. Отель Гидрос, завтрак. Яичница, яйца. Здесь можно самому сок выжимать. Яйца вареные, сосиски, омлет. Колбасы, варенье, йогурты и фрукты. Уголок мюсли. Давайте снимем территорию. Территория здесь у нас красивая. Аквапарк, две горки. Это ресепшн. Здесь же главный ресторан. Номер 101 Family. Он состоит здесь из двух комнат. Покрытие плитка. Первая комната. Есть маленький телевизор, шкаф. Вторая комната. Здесь большая кровать. Телевизор. Находится на первом этаже с видом на море. Балкон большой. 4 стула и 1 стол. Одна ванна большая. Душ, ванна, плитка, косметика, одна раковина, фен есть, второго зеркала нету дополнительного. Ресторан отеля Гидрос. Сегодня турецкая ночь. Уголок хлеба. Здесь у нас шаурму готовят, судя по всему. Фасоль, пюре, турецкий горох, картофель фри. Добрый вечер. Гезлеме. Цельная пшеница. Здравствуйте. Фаршированные овощи. Плов в тесте. Турецкие пельмени. Макароны. Мясной плов из пшеницы. Шаурма. Говяжьи печень по-албански. Пиде лахманжун. Турецкие сладости. Сыры, салаты, нарезки.
какое-то мясо. Тушеная рыба с овощами. Запеченный картофель целиком. Фаршированные баклажаны. Котлеты в повидле из бир. Ну, вот и все, в принципе, что здесь есть. Опа. Детские. У них есть еще детское меню. Это бар. Картофель по-деревенски, крушеная курица, сезонные овощи, салат, молоко, десерты, хлеб. Номер 1327, Family. Ванная комната. Есть тапочки, фен, ванна, душ, покрытие ламинат, две кровати, есть халаты и вот такая двухъярусная кровать. Центральный кондиционер, плазменный телевизор, балкон средний, с видом на море и на отель Orange Country. Здесь по вечерам проходит дискотека, поэтому может быть шумно в отеле Orange Country. Кальян в отеле стоит $15. Большой пирс, на пирсе стоят шезлонги, очень живописный вид. Это уже понтон Orange Country, рядом находится отель Orange Country. Вход здесь галька, крупная, есть зоны отдыха вот такие вот закрытые. У отеля есть свой пирс, вот он. Смотрите, какая галька, и здесь такой крутой спуск. И там большие камни идут еще дальше. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.